Добрый день всем, Константин. Добрый день, Константин Петрович. Спасибо. Всем добрый день. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Меня слышно? Слышно, да? К сожалению, Леонид Антонович должен присутствовать на таком же удаленном заседании в МИФИ, по-моему. Там какой-то диссовет, еще что-то. Поэтому он попросил провести без него. Ну, собственно, время уже подошло, поэтому, наверное... Дмитрий Сергеевич, добрый день. Я первый раз делаю доклад в Teams, и не знаю, как загрузить файл. Что-то у меня здесь... Это нужно открыть на десктопе, а в Teams щелкнуть на стрелочку вверх. Так, стрелочка вверх. Вот я показываю. Вот меня видно, да? Вот тут вот у меня микрофон, а рядом вот это уже отключить доступ стрелочка. Вижу. Ага. Чуть я ее нажму, вот тут вот напишется «Отобразить рабочий стол по-русски или по-английски десктоп». Вот его и следует отображать. Я отключаюсь. Хорошо. Значит, я... Так, десктоп, так, вижу. Так, секунду, еще раз, я все это сделаю. Так, написано десктоп, скрин, так. Вот это он и есть, я думаю, десктоп, да? Вот, вот да, вот. Так, а теперь давайте открывайте, это скройте Firefox, а открывайте презентацию. Как будто на десктопе на своем. Ага. Вот именно так. И теперь Ctrl-L. А, у вас Foxit, он на весь экран не умеет, да? Чего? Умеет? Да, сейчас он сейчас. Раньше не умел. Да. Ну вот как-то так. Нет, это не на весь экран он, да. Ну ладно, давайте так, тоже хорошо. Сейчас вижу. Вот сейчас на весь экран? Нет, не на весь экран. Он, ладно, вот так вот нормально. Давайте, покажите, что переходит на разные. Туда-сюда переходит? Да, все хорошо. Немножко не по размеру, но... Ну, это не столь важно. Я думаю, да, давайте начнем. Итак, сегодня у нас по очень интересной и животрепещущей теме, по темной материи, которая есть или нет, никто не знает. Давайте предоставим слово докладчику. Большое спасибо. Я прежде, во-первых, хочу поблагодарить организаторов семинара за приглашение. С большим удовольствием я сделал свой доклад про то, как темная материя могла бы быть наблюдаема через
наблюдения звезд и изображений центров галактик. Это наиболее сильно гравитирующие объекты, доступные наблюдению в данный момент. Но если говорить о движении пробных частиц, то это только центр нашей галактики, так называемые S-звезды. А если говорить об изображениях этих объектов, то это, конечно, уже связано с движением фотонов. Значит, доклад, если коротко, вот о чем. Мы толком не знаем до сих пор, что конкретно находится в центрах галактик. Нам только известно, что там имеются очень сильно гравитирующие объекты, которые обнаруживаются. Ну, это в нашей галактике, это стрелец Эй со звездочкой. Они обнаруживаются по движению окружающих объектов. И, конечно, любые наблюдения должны быть основаны на какой-то модели математической. Конкретно эта модель должна учитывать темную материю. Потому что если на просторах галактики эта темная материя распределена более или менее равномерно и, в общем, большого вклада не дает, она дает вклад только за счет большой массы, то к центру она концентрируется во всех моделях. То есть, попросту говоря, мы должны учесть в нашей модели вот эту самую темную материю, окружающую центр галактики. Ну, свидетельств существования темной материи очень много. Сейчас уже никто не сомневается, что это именно какое-то вещество. Попросту говоря, модификации теории гравитации не дают эффекта для того, чтобы объяснить все, начиная от космологических вещей и заканчивая именно вот так называемыми кривыми вращения в галактиках, которые, как говорят, плоские. Ну, я коротко скажу о модели. Значит, во-первых, конечно, эта модель немножко упрощенная. Это сферически симметричная, статическая, асимптотически плоская пространство-время, которое образовано самогравитирующим скалярным полем. Ну, реальных моделей там могут быть три. Бозонные звезды не рассматриваются в этом докладе, потому что вряд ли по своим свойствам они для этого годятся. Черные дыры, голые сингулярности и кротовые норы. Ну, вот, собственно говоря, суть модели в том, что мы решаем уравнение Эйнштейна-Клейна-Гордона для... То есть это полностью самосогласованная модель, благодаря тому, что она упрощена, удается получить решение в виде квадратур, а скалярное поле именно и моделирует темную материю. Надо сказать, что классическое поле, оно для голых сингулярностей и черных дыр, а фантомное для кротовых нор. Так вот, я бы хотел сказать, что эта модель, она скалярное поле как модель темной материи, придумана давно, еще в начале 2000-х годов. А чем она привлекательна? Много степеней свободы. То есть, попросту говоря, мы, не зная, существует ли реально в природе скалярное поле, ну, все модели, начиная, например, от модели Большого Взрыва, требуют, чтобы такое поле в виде инфлатонов существовало. Но мы не знаем, существует или нет. Но здесь на этом внимание не акцентируется. То есть самое главное, чтобы скалярное поле правильно моделировало метрику пространства-времени. То есть правильно моделировало распределение гравитирующей материи. А какой она природы, это вопрос второй. То есть мы не настаиваем, что это именно скалярное поле есть темная материя.
Ну, вот эта картинка, она немножко оживляет общие слова. В первой строке показано действие, на котором основана математическая модель. При его варьировании мы получаем как уравнение Эйнштейна, так и уравнение Клейна-Гордона для скалярного поля. Эпсилон – это фактор, который равен единице для классического скалярного поля и минус единице для фантомного скалярного поля. Повсюду используются геометрические единицы, в которых, собственно говоря, длина является единственной свободной единицей. Ну, принято считать, что это сантиметры по умолчанию. Вот, в частности, масса, она тоже в сантиметрах измеряется. Масса центра галактики примерно 10 в 12 сантиметров. Ниже вот здесь показаны радиусы, ну, расстояние до перицентров орбит у двух звезд. А те, которые дают наиболее такие близкие гравитирующему центру измерения, это расстояние перицентра примерно около 100 масс центрального объекта галактики. Ну вот немножко странно показано. Прецессирующая орбита, значит, темная материя, галактический центр, прецессирующая орбита, которая выглядит как такая звездочка. Так вот, наши расчеты показывают, что это не, так сказать, что этот эффект является обычным в таких моделях. И если достаточно близко подойти к центру, то орбита будет выглядеть именно так. Ну, дальше будут показаны реальные графики, для которые расчеты дают. Математика основана на так называемом методе обратной задачи для скалярных полей. Этот термин несколько значений имеет. Это не тот метод обратной задачи рассеяния, это метод обратной задачи для скалярных полей. Развит он был в работах 1 и 2, а наш вклад вот, в работе 3, он, так сказать, представлен, это квадратуры. То есть, попросту говоря, уравнение Эйнштейна, Эйнштейна-Клейна-Гордона можно решить в явном виде в квадратурах. Итак, вот, собственно говоря, математическая часть этой модели. Во-первых, метрика. Мы ее выбираем в таком виде. Ну, это для сферически симметричного пространства времени вполне общий вид. То есть форма полностью общая. И 2, 3, 4 – это независимое, алгебраически независимое уравнение Эйнштейна-Клейна-Гордона 4, но одно из них является дифференциальным следствием вот этих трех, которые здесь представлены. Неизвестные функции – это метрические функции, конечно же. Это функция f малая, вот она, или здесь она фигурирует. F большое, здесь она фигурирует. И скалярное поле фи. То есть это для случая классического скалярного поля. То есть получается у нас система уравнений четвертого порядка. И надо заметить, что потенциал поля произволен. Собственно говоря, это нам и дает, так сказать, степень свободы при моделировании. А вот квадратуры. Итак, для этой метрики мы получаем вот такие вот интегральные соотношения, которые работают так. Если мы задаем какое-то скалярное поле, мы прямым интегрированием находим функцию f большое, затем прямым интегрированием находим функцию пси малое, и затем метрическую функцию a и метрическую функцию f. Эти метрические функции – наша цель. Ну, нужно обратить внимание, что мы статический случай рассматриваем, то есть обе метрические функции, и a большое, и f, они зависят только от радиальной координаты. При этом, как нетрудно видеть из формул, функция xi
монотонно возрастающая и выпукла вниз. Просто потому, что, так сказать, у нас ее производная положительная, это экспонента, производная по... И вот мы пользуемся этими свойствами для дальнейшего моделирования конфигурации, которые могут описывать геометрию пространства-времени вблизи центров галактик. Ну вот теперь нам нужно разделить черные дыры и голые сингулярности. Как я уже сказал, пока достоверных данных, несмотря на все заверения тех, кто наблюдал изображение галактики М87, пока достоверных данных нет, что там черная дыра или голая сингулярность, сказать трудно. Очень есть надежда, что примерно лет через 6-7 новые варианты Большого телескопа горизонта событий, так он называется, дадут возможность нам приблизиться к более приблизиться к центру галактики, посмотреть, что там происходит, и тем самым каким-то образом сделать выбор. То ли это черная дыра, то ли голая сингулярность, то ли кротовая нора. Ну вот, на кротовой норе можно сказать, что наш радиоастрон, который сейчас перестал функционировать, он сделал много наблюдений, чтобы выяснить, не является ли это кротовой норой. Но пока, к сожалению, разрешающая способность не дает возможности убедиться в этом точно. Итак, я еще раз здесь привожу квадратуру для функции A большое. Это функция Xi. И мы видим с вами, как Xi идет. M малая – это масса конфигурации. Ну, Шваршильдова, в принципе говоря, на бесконечности она совпадает с обычной ньютоновской массы, которая по параметрам орбит определяется. Это масса конфигурации. Вот она. Так вот, если Xi задано, а определяется оно, масса свободный параметр в этих квадратурах. И поэтому, если Xi задано, скалярное поле, то в зависимости от выбора массы мы получаем либо черную дыру, либо голую сингулярность. Ну, действительно, если получается так, что у нас, если получается так, что у нас эта масса больше, чем Xi в точке R равно нулю, то в таком случае вот эта желтая заштрихованная часть — это та часть, где числитель меньше нуля. Ну, поскольку он остается конечным, а R стремится к нулю как в минус четвертой степени, то мы естественным образом получаем черную дыру, то есть A стремится к минус бесконечности, при R малое стремится к нулю. Ну и наоборот, если у нас 3m меньше, чем так сказать, Xi от нуля, то в этом случае, мы с вами получаем, конечно, голую сингулярность. Вот таких две модели. Что касается орбит. Цель моделирования орбит вот в таком пространстве времени. Ну, в статическом случае мы 3 интеграла движения имеем, в нестатическом интеграла энергии нет, только 2 остается. V-эффективный – это эффективный потенциал. Здесь все похоже на ньютоновскую теорию, очень сильно похоже. Единственный момент, что только эффективный потенциал, он другой. Значит, E большое – это удельная энергия пробной частицы, то есть энергия на единицу массы, а G – это момент импульса, тоже на единицу массы. Вот этими тремя интегралами мы, собственно говоря, и пользуемся для моделирования геодезического движения.
Основная цель – это, конечно, вычисление угла прецессии. Это так. Вычисление угла прецессии. Угол прецессии вот как у нас определяется. Мы, собственно говоря, вот здесь один интеграл движения, конкретно второй, делим на первый и получаем, условно говоря, дофи по дт. Ну, таким образом, что затем только это будет у нас частота. А если мы вот квадратный корень отсюда извлечем и поделим на второй интеграл, то мы как раз вот эту связь между фи и радиусом мы получим. Это интеграл от минимального радиуса, то есть от перицентра, и до апоцентра мы интегрируем, естественно, удваивая. Вот так вычисляется угол осцилляции. А угол прецессии – это угол осцилляции минус 2π. Это более-менее стандартное определение. Есть варианты, но вот здесь такое используется. Я бы теперь хотел перейти к результатам. И должен сказать, что результаты у нас от выбора конкретной модели, качественные результаты, зависят слабо. Поэтому вот один из вариантов, он такой. Мы выбираем конкретно функцию e в степени f. Вот в таком виде, сшивая ее. Тем самым у нас радиус сшивки – это единица длины. И тогда метрическая функция большая вот такой вид принимает. Ну, можно точные выражения получить, но в них особой необходимости нет. В таком случае радиус горизонта у нас стремится к нулю, тогда, когда вот это выражение 2m минус альфа стремится к нулю. Это вот отсюда видно. Итак, первый эффект, который все время имеет место для черных дыр, а сейчас рассматривается двухпараметрическое семейство черных дыр, все время имеет место, заключается в том, что радиус горизонта вовсе не обязательно равен радиусу Шварцшильда, то есть 2m. А как раз наоборот, он, в принципе говоря, может быть сколь угодно мал. Это свойство раньше было известно для, так сказать, специфических конфигураций, но вот для скалярных полей это вот получено впервые. Таким образом, мы можем и не знать о том, что существует этот самый горизонт, поскольку он может быть настолько близко к гравитирующему центру, что современными методами наблюдения мы его не можем отыскать. Хорошо, вот характерный пример почти круговой орбиты с такими вот параметрами, где угол прецессии отрицателен. Это минус 4. Угол прецессии, ну, так сказать, по абсолютной величине всегда меньше 2π. Но речь идет о том, что для вакуумных черных дыр, как для Кира, так и Шварцшильда, угол прецессии всегда положительный. Это второй эффект, который в нашей модели обнаружен. То есть, иначе говоря, как только мы поблизости от притягивающего центра обнаружим вот такие вот прецессирующие орбиты, это будет свидетельствовать о том, что, так сказать, мы попали в область сильно гравитирующей темной материи. Вот частица движется вот таким интересным образом. Красная осцилляция, зеленая осцилляция, синяя осцилляция. Это более или менее такая стандартная орбита, которая чем-то похожа на обычные орбиты, но немножко странная. Там есть точки вогнутости. Так, секундочку. Итак, увеличение удельной энергии влечет
увеличение угла прецессии. Ну вот мы видим, что при других параметрах получаются такие картинки. Это в угловых координатах. То есть, попросту говоря, вот здесь вот у нас две осцилляции. Поэтому угол прецессии равен, ну, примерно минус π. 3,14. А если мы еще увеличим энергию, то он станет равным минус 0,07. Ну, тем не менее, вот тут видите, осцилляции очень характерные. То есть перицентр находится в точке вогнутости орбиты. И вот, наконец, экстремально компактные черные дыры. Это черные дыры, у которых радиус горизонта очень близок к нулю. Вот мы видим с вами, что радиус горизонта равен 0,01 в данном случае. Тогда как радиус Шварцшильда 0,4. В единицах точки сшивки. Можно было бы перейти к обычным сантиметрам, но это несколько громоздко будет. На качественную картинку, как я уже сказал, это не влияет. И даже сам выбор модели он не очень влияет. Так вот, в этом случае у нас получается, что угол прецессии опять становится очень большим, близким к 2π. И при этом вот конфигурации орбит имеют вот такую вот интересную звездную форму. Это то, что, конечно, в вакуумном случае, когда речь идет о шварцшильдовских черных дырах, не наблюдается. Вот, собственно говоря, такая картинка у нас имеет место для черных дыр. Для черных дыр. Два эффекта. Радиус горизонта может быть экстремально близок к центру гравитирующему. А во-вторых, орбиты имеют очень необычную форму с отрицательным, обратите внимание, углом прецессии. Ну вот, еще один способ получать решение, он годится для черных дыр, для голых сингулярностей. Мы можем выбрать функцию xi, а затем последовательно найти дифференциальным e в степени f, затем алгебраический f, функцию a и, наконец, f малого. То есть, иначе говоря, все будет определено. На втором шаге находим скалярное поле, решая вот такую задачу, задачу Каши для вот этого уравнения. И на третьем шаге восстанавливаем потенциал самовзаимодействия, поскольку скалярное поле у нас нелинейное. Вот дальше, учитывая вот эту инвариантность, мы будем массу конфигурации принимать за единицу длины. Прежде чем двигаться дальше, я хотел бы сказать об универсальности этой модели. То есть, насколько мы можем аппроксимировать заданную метрику. Ну, предположим, мы по каким-то измерениям нашли и функцию A большое, и функцию F малое. Значит, расчеты в одной из статей представленные показывают, что функцию A большое мы можем аппроксимировать с любой точностью. То есть, попросту говоря, напрямую ее получить, решая соответствующие дифференциальные уравнения. А вот что касается функции F, тут у нас уже степени свободы имеются, но не совсем, конечно, полноценная. То есть абсолютной универсальности у модели нет. Там есть два свободных параметра, с помощью которых функцию f можно приблизить более или менее точно. Что нас в этом отношении воодушевляет? А вот что, что в принципе говоря, даже если мы только очень приближенную функцию f получили, как видно и из интегралов движения, и из последующих, у нас эта функция f малая, она на форму орбит оказывает очень слабое влияние. То есть вся игра идет вокруг метрической функции A большой. Вот, собственно говоря,
Это позволяет надеяться, что эти эффекты, строгого доказательства нет, что эти эффекты сохранятся и в том случае, когда все-таки темная материя имеет другую природу, которая не моделируется скалярным полем. Ну, вот такая вот попытка. Вот одно параметрическое семейство голых сингулярностей. Мы как раз выбираем вот такой ансатц для функции Xi. Находим E в степени F. Все аналитическое. Здесь та же картина. Выбор конкретной модели на качественные результаты не влияет. Но в силу вот той масштабной инвариантности, о которой там было сказано, мы за единицу длины выбираем массу конфигураций. В таком случае вот это условие для параметра A, это свободный параметр, будет у нас определять подсемейство голых сингулярностей. Ну вот, здесь очень интересно. Итак, вот у нас M вот такое, что мы находимся где-то здесь, ниже этой желтой области. А на правом графике представлена функция A большое. Для вот этого самого семейства. Обратите внимание, что несмотря на то, что это голая сингулярность, у нас до достаточно малых радиусов, ну если помните, пока мы только 100 масс можем наблюдать, а вот здесь вот до 10 масс, решение как для черных дыр, так и для голых сингулярностей почти совпадает с решением Шварцшильда. Это синяя линия на данном графике. То есть, попросту говоря, для того, чтобы эффекты получить, нам надо приблизиться в область, где радиус меньше 10 масс, куда-то сюда. Но самое главное, что, кстати говоря, это роль скалярного поля, конечно, потому что вакуумные голые сингулярности, они возможны только с отрицательной массой. Здесь масса везде положительная. Так вот, очень интересный момент. Поскольку я вот, к сожалению, не сделал. Я еще раз. Поскольку у нас с вами V эффективное, оно вот такой вид имеет, эффективный потенциал, то для частиц равным нулю моментом импульса эффективный потенциал совпадает с метрической функцией большой. Что это означает? Это означает, что вот в этой точке частица может вообще покоиться. То есть, попросту говоря, она даже не движется по орбите в тангенциальном направлении. Она просто покоится. Ну, вот здесь вот, конечно, частицы как-то движутся, но так сказать, с очень медленной угловой скоростью. Это нам показывает как раз вот, вот этот самый эффективный потенциал. То есть, попросту говоря, здесь возникает такой эффект, что голую сингулярность можно отличить от черной дыры по некому шаровому слою, который будет окружать центр галактики и который будет состоять из частиц газа, пыли, остатков звезд и тому подобное. Весь вопрос в том, будет ли он горячим или будет он холодным. Но для этого нужно проводить конкретные расчеты для уже конкретных объектов. Если он будет горячим, он будет светиться. То есть мы будем видеть нечто похожее на звезду. Если он будет холодным, то мы ничего не будем видеть. Это будет у нас просто такая, вот, может быть, в дальнем инфракрасном диапазоне что-то и можно увидеть, но в целом это будет такой темный объект, который, так сказать, будет, ну, что называется, выглядеть как, ну, скажем, холодный белый карлик, коричневый карлик. Я прошу прощения, Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, я связь не потерял?
Связь нормальная. Дмитрий Сергеевич сейчас отошел от компьютера. Прошу прощения. Анна Владимировна, значит, я не знаю, как принято на вашем семинаре. Я говорю, говорю, говорю. Может быть, есть вопросы, и имеет смысл на них ответить или продолжить до конца, и вопросы будут потом. Обычно до конца, потом вопросы. Спасибо, спасибо. Хорошо. Вот мы опять имеем для голых сингулярностей прецессию орбит. Это уже немножко подальше, чем вот эта область. Это где-то вот здесь. Мы имеем конкретно прецессию, которая отрицательными углами определяется. То есть вот так, такая вот звездная конфигурация. Просто потому, что угловая скорость в тангенциальном направлении очень мала. Благодаря как раз тому, что необычный вид метрической функции большой. Может даже быть вот такая характерная ситуация, где перицентр совсем близко к Солнцу. Ставка показывает вот эту центральную область. Центральную область. То есть, иначе говоря, возможностей здесь очень много. И если такое будет наблюдаться, то по движению орбит мы с очень хорошей точностью и очень явно можем восстановить распределение темной материи, то есть плотность в зависимости от радиуса. Плотность в зависимости от радиуса. Ну, сами по себе параметры большого значения не имеют. Важна качественная картинка, потому что параметры эти относятся к конкретной модели, к конфигурации. И, наконец, к третьей части я перехожу. Третья часть у нас с вами будет относиться к ротовым нурам. В этом случае имеет смысл метрику записать в другом виде. Вот в таком. То есть теперь функциями неизвестными будет метрическая функция A и метрическая функция C. Она обычно называется функцией площади, потому что при данном значении c площадь окружающий центр двумерной сферы равна пи c в квадрате. Ну, асимптотические условия, они вот, собственно говоря, такие. Прошу прощения, что у меня много таких второстепенных формул. Я больше все-таки сосредоточусь на качественных результатах. Итак, метрика в таком виде. Асимптотические условия у нас вот так получаются прямо из уравнений. И квадратуры задаются формулой 14. Что в этом случае мы с вами берем за основу? Мы берем за основу функцию си большое. То есть, попросту говоря, мы ее задаем. Мы из наблюдений можем каким-то образом ее получить. И тогда опять встает тот же вопрос, насколько точно мы можем ее аппроксимировать для кротовых нор. Ну, результаты те же самые, что для черных дыр и голых сингулярностей. То есть функцию A мы гарантированно аппроксимируем. А скалярные пули уже в меньшей степени. Но это, наверное, и хорошо, потому что само по себе скалярные пули нас не очень интересует. Затем восстанавливаем потенциал самодействия. Ну, он, по большому счету, для наблюдения орбит нам не нужен. Он для другого нужен. Это для полноты картины приведено. Интегралы движения теперь будут вот так выглядеть, и здесь у нас возникает более такая интересная вещь. Она связана с тем, что теперь мы должны рассматривать и безмассовые частицы, то есть фотоны. Ну, вот формула 15 как раз для фотонов, она задается вот таким образом, что фактически мы получаем, что изотропное геодезическое определяется только одним произвольным параметром. Это параметр B, вот этот вот.
который в отличие от массивных частиц. Так что траектория фотона вот, выражается с помощью формулы 16 очень легко и с формулы 15. А, да. Третий интеграл, квадратный корень извлечь и поделить на вторую. Тогда вот мы получим такую дифференциальную зависимость радиуса от угла фи. Собственно говоря, как вот это и было. Что касается самих траекторий, ну, прежде я немножко скажу о эффективном потенциале. Так вот, когда мы моделируем темную материю с колярным полем, мы обнаруживаем, что существует два типа кротовых нор. А именно, в первом случае эффективный потенциал имеет минимум. Ну, вот, имеет минимум для малых значений момента импульса. Вот такую яму. Для больших, вот синим показано. А во втором типе у нас всегда для любых значений момента, в том числе и для нулевого момента, вот мы видим вот эту траекторию метрической функции, эту кривую задающую метрическую функцию. Ну, кротовая нора – это две полости, связанные горловиной. Нужно только иметь в виду, что горловина – это представляет собой на самом деле двумерную сферу. Как ее можно представлять? Потому что, конечно, хотелось бы ее как-то представить. Если в двумерном случае, то это кротовую нору двумерную можно представить как гиперболоид вращения. А здесь можно себе все это так представлять. Давайте мы вырежем шар где-то из центра трехмерного пространства, из R3. Вырезали шар какого-то радиуса и движемся по радиальной траектории к границе этого шара, то есть к центру. Достигли границы, а дальше двигаться нельзя, потому что там ничего нет, там нет многообразия. Но теперь представим себе, что у нас с вами на эту, на это многообразие R3 с дыркой наложена вторая его копия. То есть тем самым мы можем с первой копии, достигнув границы шара, перейти на вторую копию. Это несколько такая умозрительная конструкция, но так можно себе представить реальную кротовую, статическую кротовую нору. То есть, попросту говоря, это погружение. Не вложение, как в случае гиперболоида, а, так сказать, представление с самопересечением. То есть две полости, они погружены в наше трехмерное пространство, так что их положение совпадает фактически. Вот можно так себе это представлять. Итак, есть одна полость, это R больше нуля, и вторая полость, это R меньше нуля. Вот эти два типа кротовых нор, они очень сильно различаются по своим характеристикам. Ну, во-первых, можно обратить внимание, что поскольку A у нас имеет минимум вот для кротовых нор второго типа, то там тоже, как снаружи от горловины, так и внутри, во второй полости горловины, существуют такие вот, могут существовать, такие вот кольцеобразные шаровые слои, которые окружают центр. Опять это, он может светиться, этот шаровой слой, или наоборот быть темным. Ну, вот такой вот эффект. Что касается кротовых нор первого типа, то есть здесь картина такая, что для малых значений момента у нас единственная устойчивая круговая орбита – это орбита, которая проходит через горловину, причем как для фотонов, так и для массивных частиц.
Для большого значения момента, да, мы получаем вот здесь вот, так сказать, круговую орбиту. Что в результате получается? В результате получается, что кротовая нора первого типа, она чем-то очень сильно похожа на черную дыру. Почему? Потому что тут будет характерный аккреционный диск, у которого есть минимальный радиус. Для вакуумного случая это 6 масс, то есть 3 радиуса Шварцшильда. А здесь он, в принципе говоря, в зависимости от параметров кротовой норы, может быть любым. Так же, как и для черной дыры, потому что там тоже последняя устойчивая орбита в аккреционном диске, она ИСКА называется обычно среди астрономов, то есть именно Most Stable Circular Orbit. Эта орбита, она может иметь, в принципе говоря, любой радиус, если темная материя есть. Но вот кротовые норы первого типа не отличаются от в этом отношении, вот в этом отношении наблюдения за аккреционным диском, они не отличаются от черных дыр. Правда, наш стрелец в нашей галактике, он аккреционной активности почти не проявляет, поэтому маловероятно, что мы будем там какой-то аккреционный диск наблюдать. Что касается кротовых нор второго типа, то там вот такое кольцо. То есть, попросту говоря, мы там не будем наблюдать никакого аккреционного диска. Этим они сильно отличаются. Теперь, если говорить о фотонах, то изотропные геодезические. Для изотропных геодезических у нас с вами получается эффективный потенциал вот такой. То есть, попросту говоря, для фотонов единственная устойчивая орбита, как для случая кротовых нор первого типа, так и второго, единственная устойчивая орбита – это орбита, вне зависимости от прицельного параметра, это орбита на горловине. Все остальные, они так или иначе, или падают за горловину фотоны, или выходят из нее нам навстречу. Вот на этом последнем слайде показаны траектории фотонов. Обратите внимание, что траектории как для траектории такие, что для кротовых нор первого типа они могут быть вот такими. Это то, что для черных дыр, то, чего для черных дыр нет. То есть это будет означать, что мы по изображению, в принципе говоря, могли бы отличить кротовую нору от черных дыр и голых сингулярностей. То, что изображение голой сингулярности может быть такое же, как у кротовой, как у черной дыры в галактике М87, которые 2 года назад, два или 3 года назад, я уже не помню, изображение получила группа астрономов американцы, то, в принципе говоря, у голой сингулярности тоже такое может быть. То есть это изображение еще не говорит о том, что это черная дыра. Но вот если кротовая нора первого типа, то ясно, что в М87, скорее всего, это не так. Что касается кротовой норы второго типа, здесь ситуация другая. Тут, вот видите, у нас черная траектория, которая абсолютно характерно так же, как и для первого типа, но с одной разницей, что вторая ветвь вот этого фотона, она уходит под горловину, либо же наоборот, из-под горловины фотон выходит и попадает нам навстречу. Так что кротовые норы второго типа также могут иметь то же самое изображение, что и для черных дыр и, в принципе, голых сингулярностей. Ну вот, резюмируя, я еще раз хочу вот на что обратить внимание. Я не знаю, насколько эта модель хотя бы близка к реальному положению дел, но без вот этого моделирования, без
Исследования различных моделей мы интерпретировать наблюдение не можем никак. В данном случае модель очень приблизительная, но как бонус мы получаем некоторые эффекты, которые при качественном, может быть, более таком строгом рассмотрении всех особенностей геометрии и, собственно говоря, свойств вот этого центра, свойств центра галактик, мы бы просто их не нашли. То есть, иначе говоря, здесь вот чисто математически мы получили такие вот интересные вещи, рассматривая точные формулы фактически. Ну, тут, конечно, с привлечением численных методов все траектории получены, но, тем не менее, это, так сказать, основано все это на, конечно же, предварительной аналитике. Ну, спасибо большое за внимание. Я боюсь, что я уже немножко перебрал время. Это не страшно. Это не страшно. Есть ли вопросы? А вот какая структура и происхождение этого скалярного поля? К сожалению, происхождение нам точно неизвестно. Считается, что в самом начале, в самом начале рождения Вселенной, то есть, иначе говоря, это буквально даже не миллисекунды, а там 10 минус 15, 10 минус 17 секунд, то есть сразу, ну, после момента окончания инфляции, а может быть даже и в этот момент, рождались самые различные частицы, в том числе и частицы скалярного поля, инфлатоны, так называемые. Потому что без привлечения этих частиц многое в современной космологии просто невозможно объяснить. Пока никто других моделей не придумал. Когда они рождались, они имели достаточно большую энергию. То есть они могли взаимодействовать с другими частицами, ну и тому подобное. То есть там была реальная возможность эти частицы зафиксировать. По мере расширения Вселенной их энергия, конечно, очень сильно падала. По этой причине сейчас мы наблюдаем такую картину, что мы не можем частицы темной материи обнаружить, потому что они фактически с другими известными нам частицами стандартной модели не взаимодействуют. Что это значит? А это значит, что нужно достичь очень больших энергий. Ну, надеялись, что на большом огромном коллайдере такие энергии будут достигнуты, но пока это все неизвестно. А в нашей модели мы фактически рассматриваем не отдельные частицы, а поле. Ну, так же, как, допустим, электрик не рассматривает вариант, что между пластинами конденсатора у нас на самом деле фотонный газ. Он считает, что там поле электрическое. Ну, примерно та же самая картина. То есть величина, значение этого поля достаточно малы, поэтому никаких квантовых эффектов там не возникает, никакого взаимодействия, конечно, не возникает между пластинами конденсатора. Ну, если бы это поле на 2, ну, хотя бы на 15 порядков увеличить, то тогда эти эффекты появились бы. Ну, в области уже, так сказать, совсем другая. Поэтому мы рассматриваем фактически вот такую сглаженную картину в виде поля. Предполагаю, что это наследие очень ранних времен существования нашей Вселенной. Ну, это не мы придумали, это, в общем, как говорится, такая вот картина, предложенная уже
На 20, я бы так бы сказал. Чуть поменьше. Спасибо. Вот Дмитрий Валентинович желает что-то спросить. Да, у меня, наверное, самый такой дурацкий вопрос будет. А есть ли хоть какие-то сравнения хоть с любыми, даже самыми, примитивными экспериментальными данными? Потому что очень много моделей, но непонятно, как оно хоть где-то на самом деле. Да, вы совершенно правы. Я тогда вот, значит, экспериментальные данные такие. Я вот сюда вот перейду, вот сюда. Давайте мы вот здесь вот данные два примера так называемых S-звезд, которые обращаются вокруг центра нашей галактики. К сожалению, расстояние от центра до перицентра очень велико, примерно 100. При цессии у этих звезд измерили, в частности у S62, она оказалась достаточно большой, примерно 7 секунд. Она оказалась полностью соответствующей вакуумному случаю, то есть прецессии для черной дыры Шварцшильда. Ну, почему это так? Значит, это вот я должен сюда опять перейти. Вот, я сюда должен перейти. Вот здесь 10 масс. А когда мы до 100 перейдем, то окажется, что как для черных дыр, так и для голых сингулярностей фактически метрические функции A, да и F малые тоже, они совпадают со Шварцшильдовым случаем. То есть, попросту говоря, мы ничего другого и не могли обнаружить на расстоянии 100 масс от притягивающего центра. То есть это вполне соответствует вот этой картине. Как я уже сказал, да, ну и второе экспериментальное свидетельство, которое хоть что-то нам говорит. Это свидетельство, полученное изображением центра галактики М87, что там действительно некий необычный притягивающий объект. То есть это не просто звезда. Это уже установленный факт. Но что это конкретно? Черная дыра, голая сингулярность или кротовая нора, неизвестно. Поэтому говорить пока можно только о перспективах. Перспективы такие. Планируется. Вот сейчас работает так называемый телескоп горизонта событий. Значит, Иван Харазин телескоп EHT, так называемый. К сожалению, пока он ничего лучше, чем вот измерение прецессии S62, сделать не может. В принципе говоря, он может достичь где-нибудь эта прецессия была измерена в течение 12 лет проводились измерения. Примерно через 7-8 лет уже новая версия вот этого телескопа горизонта событий. Мы можем только надеяться, что его разрешающая способность будет гораздо выше, и мы можем достигнуть области 10-20 масс притягивающего центра в центре нашей галактики. Для других галактик это фактически невозможно, они все слишком далеко. Если говорить об эксперименте, то дела обстоят пока только так. Спасибо, все предельно понятно. Спасибо. Еще есть вопросы? Тогда можно я глупый вопрос в конце задам? Еще глупее, чем... Бывают только глупые ответы.
Да. Вопрос от Дмитрия Валентиновича. Не будут ли более эффективны менее амбициозные теории типа Монда? Так, уже я понимаю, вы, то есть модифицированные теории гравитации фактически, да. Понимаете, в чем дело, Дмитрий Сергеевич, они уже фактически умерли. Сейчас еще кто-то пишет статьи на эту тему, просто потому, что он, как бы сказать, в нее въехал очень хорошо, потому что что-то новое начинать всегда бывает труднее. Но таких работ уже стало совсем мало, по простой причине, что модифицированная ньютоновская динамика, она не описывает даже кривые вращения в некоторых галактиках, то есть то, что прекрасно наблюдается. Поэтому и еще многие другие вещи, эффекты красного смещения и тому подобное. Фактически вот оказывается, что скорости движения звезд, движущихся вокруг центра галактик по круговым орбитам, в том числе и нашего Солнца, которое, если я правильно помню, 230 км в секунду движется. Так вот, эти скорости оказываются одинаковыми для всех звезд вне зависимости от радиуса. В то время как с расстоянием они должны убывать как единица на квадратный корень из радиуса. Ну, точно так же, как, скажем, в Солнечной системе планеты. Но странным образом оказывается, что все эти скорости, они тангенциальные скорости, обычные линейные скорости, то есть километры в секунду, они оказываются одинаковыми во всех галактиках, в том числе и в наших. Там есть исключения для некоторых карликовых галактик, но эти исключения объяснимы другим. Так вот, модифицированные, в том числе и МОД, они, к сожалению, не могут объяснить вот этих любых вещей. То есть они вступили как раз в противоречие с экспериментом, причем с наблюдениями, причем в области, где эти наблюдения очень хорошо могут быть проведены. То есть там, здесь пока все видно. Мы, к сожалению, плохо видим центр галактики по той причине, что мы через Млечный Путь смотрим на этот центр, а там облака газа, пыли и всего такого, что позволяет проводить наблюдения только в инфракрасном диапазоне. Но как результат, конечно же, разрешающая способность не очень велика, а чувствительность прибора должна быть огромной. Поэтому сейчас как раз вот в основном экзотические теории. Но, Дмитрий Сергеевич, я сразу скажу, что все они, в том числе и вот наша модель, они носят несколько спекулятивный характер. То есть они рассчитаны на то, что когда все-таки эксперимент окажется более доступным, то уже вся теория будет. Пожалуйста, измеряйте и сравнивайте, что получится. Вот такова на сегодняшний момент картина. Очень интересно. Я могу сказать, почему задаю такие вопросы, потому что меня огорчает последнее время превалирование математической красоты над физикой во всех областях. Это да. Вы правы абсолютно. Понимаете, в чем дело, Дмитрий Сергеевич. Ну, математикой можно заниматься не выходя из дома. А настоящим физическим экспериментом, я думаю, что этим людям вообще памятники надо ставить. Это, конечно, тяжелый труд, очень тяжелый, кропотливый, зачастую неблагодарный, потому что там в одном эксперименте 200 человек авторов, и это вот сами понимаете. Вот. Но, тем не менее, все-таки без математики совсем-то нельзя. Конечно, ведь модель нужна, потому что мы посмотрели, что-то увидели. Но ведь надо интерпретировать. Ведь на самом деле
даже и в физическом эксперименте у нас наблюдение очень непосредственно. Я вообще про физику элементарных частиц не говорю, там максимально все опосредованно. Но даже и вот в этих наблюдениях астрономических, то изображение, которое можно, допустим, галактики М87 встретить в интернете, это уже компьютерное изображение, которое получено посредством соответствующего перевода длин волн в видимую область, с учетом интенсивности излучения, ну, от разных элементов центра, ну и тому подобное. Так и больше того, на самом деле, вот это распознавание образа, оно же потребовало 7 лет. То есть, по большому счету, там тоже математика. Фактически, это распознавание образа, который получили посредством вот излучения с очень плохим разрешением. Ну, для того, чтобы нивелировать этот эффект, надо было бы проводить наблюдение. То есть, фактически, ну, увы, математика и так далее. Да, спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Ну, если вопросов нет, давайте поблагодарим нашего гостя и пригласим его, если у него будут еще темы к дальнейшим нашим выступлениям и контактам. Коллеги, я очень благодарен всем за внимание, благодарен за вопросы. Что касается контактов, вот мы с Леонидом Антоновичем договорились, что может быть в конце марта, в апреле, так сказать, меня пригласят опять выступить, но на сей раз совсем с другой темой. Эта тема касается квантовых вычислений. Мы с одним аспирантом как раз сейчас стали получать интересные результаты. Я надеюсь, что к тому времени появится уже что-то конкретное совсем. Вот такие перспективы. Большое вам спасибо. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, тогда мы на этом... Спасибо. Завершим наши. Вам спасибо, до свидания. Да, до свидания. Да, до свидания.